Каждый второй желает мне счастья. Каждый второй беспокоит звонком. Вот только спросить. Родила? Я не замужем. Только спросить о своем. Каждый второй беспокоится. Честно. Есть ли работа, должность, оклад? Каждый второй мне совет безуспешно. О правильной жизни глаголят, как брат. Вот только советов не нужны мне люди. Мне бы душевно болтать до зари не о проблемах старорождения, а просто о чувствах, бурлящих внутри. О впечатлениях, новых познаниях, о книге последней. Давай говорить. Но каждый второй мне твердит наказание, а каждый седьмой меня учит, как жить.